В ведомстве отметили, что их страна неизменно поддерживает принцип одного Китая и инициативу мирного развития отношений. Дипломаты напомнили, что именно в Сингапуре в 1993 году состоялся их первый неправительственный контакт. Встреча председателя Федерации развития связи между берегами Тайваньского пролива Ван Даоханя и руководителя Тайваньского фонда обменов между Тайваньский пролив Гу Чжэньфу. Это событие имело огромное значение для дальнейшего развития двусторонних отношений, а предстоящие переговоры между Си Цзиньпином и Ма Индю станут важной вехой в истории развития связи между континентальной частью Китая и островом.